Всех приветствую, с вами Коля, с вами сегодня у нас продолжение Супермаркет Симулятор. У нас будут сейчас небольшие изменения, так как я скачал несколько модов. Предыстория, да, то есть я... Это сейчас, что очень важно, достаточно важная информация, вот. Я видел просто на Ютубе ролик про самые полезные моды для Супермаркет Симулятора и скачал некоторые. Первый, это я сразу просто скажу то, что у нас всегда будет день, то есть... Сутки будут идти, да, то есть у нас будут следующие дни, то есть, да, день за днем, но просто визуально будет всегда день. Просто это очень сильно как-то увеличивает, можно так сказать, FPS, потому что ночью прям очень сильно просаживается FPS. И, кстати, я играл вне записи, ну как играл, я просто... Второй мод, да, который я скачал, это вот таким вот образом мы достаем пустую коробочку. Вот, пустая коробочка. И когда просто вот нажимаем правой кнопкой мыши по ярлыку продукта, мы получаем подходящую коробку, да, вот давайте покажу, вот, опять же, вот я еще раз достал, вот, пустая абсолютно, вот, я могу просто взять, и я переложил некоторые товары, как я тут переложил, сейчас я вам скажу, тут у меня вот так все красивенько, тут у меня ничего не изменилось, тут вот яйца еще, сыр, йогуртики и вода. Дальше изменил, да, то есть у нас тут был просто апельсиново-яблочный по 4 слота, я сделал по 2, молоко, апельсиново-яблочный еще есть 4 слота свободных, ну то есть по 2 продукта еще. Сусу, кофе, молоко, это у нас эти, как я их, ну чуки-пик, да, дальше кофе, точнее наоборот чай, мука, всякие вот эти, вот это все, ну, все красивенько, да, то есть я просто переложил, чтобы все просто по красоте у нас было. Третий мод, который я скачал, это очень удобный. Что я взял? Воду я взял случайно. Подождите, у нас 2 слота под воду. А, 2 разные. Смотрите. У нас показывается, сколько у нас товаров. Вот это первая цифра. Это у нас сколько товаров именно расставлено в магазине. Вторая цифра показывает, сколько у нас товаров на складе. То есть, видите, тут 4, тут все тоже 4. И он показывает, каких нужно заказывать и каких не нужно. Это просто удобно, то что тебе не нужно смотреть, так какие тут товары у меня есть. Нет, просто зашел сюда, так смотришь, вот чай на складе нет, да, все заказал. И третий или уже четвертый мод, не суть. Это мод, который автоматически, когда покупаем товары, он автоматически это все несет на склад, просто чтобы, опять же, не тратить время на это. И у нас будет больше возможностей. Вроде я больше ничего не скачивал, да? Сколько модов? Раз на день, два этот, третий показывает, и четвертый все. Да, 4 мода я скачал, вот. И каждый я сказал. В описании оставлю на этот ролик, который я увидел. И там вот можно все скачать, там все он поясняет. Опять же, там 25 модов, да, он показал. Вот я выбрал такие, которые, как по мне, ничего особо такого не делал. Просто реально вот удобнее. Тут у нас много товаров, не хватает денег, как видите, нету. Я немножко туда покупал товары, да, еще, чтобы нормально было. Я, знаете, что заметил? Когда все докупал, я вспомнил то, что у нас есть кредит, из-за которого я, кстати, платежи не выплачивал. Я это все выплатил, я потратил $200, если не ошибаюсь, где-то. А вот, сумма, ну вот, да, чуть-чуть осталось еще. Ну как чуть-чуть, еще нормально. Ну надо все будет покосить долг, это все сегодня. Так, я сразу открываю тогда магазин. И надо будет как-то выплатить, получается, у нас кредит. И еще докупить товар, потому что тут прям очень много товаров не хватает. Это все как раз сегодня покажу, да, как вот это все работает с товарами и так далее. Дальше, я думаю, еще открыть третью кассу, так как сейчас у нас будет много свободного времени. То есть я смогу... Не всегда, да, просто заказывать товары, бегать туда-сюда, заказывать товары. То есть мы по факту делали просто один геймплей, но теперь с этими модами просто все это будет в 2 клика. То есть взял, заказал быстренько, опять же, посмотрел, каких товаров не хватает, заказал. Они автоматически на склад переместились, и ты снова свободен, можешь делать то, что хочешь. Это очень удобно, опять же, можно будет, допустим, кассу еще поставить где-нибудь. И что-то за то... Яблочный сок. Почему он здесь лежит? Вопрос хороший. Наверное, потому что... Да, потому что тут как бы уже места нет. Ну ладно, пусть вот тут пока что лежит. Я не знаю, что с ним делать. Сразу, видите, пошли работать наши работяги. Молодцы, пусть работают.
Видел еще мозг, что можно нанять больше работников и так далее. Но мне кажется, это немного чит, потому что, опять же, это открывается по левелу. Но если только когда уже не хватает работников, да, в этом. То есть, допустим, вот тут можно снять 4 кассиров, то с помощью мода можно найти больше, чем 4. Это неплохо, опять же, но это пока что нам не нужно. Это будет уже как чит. Зато мы это не используем. Что он тут? Ну, пиццу, смотрите, сколько заказал. Молодец, молодец. Еще видел мод, который ускоряет работников, если не ошибаюсь, что-то такое. Но я его не скачивал. Или скачивал. А может, кстати, скачивал вот этот мод тоже. То, что работники лучше работают. Прям немного. Возможно, кстати, скачивал, но я не помню. Там, если что, спасибо, нужно настраивать. Возможно, я скачивал, но не настраивал. Или скорость та же, да? Нет, смотрите, скорость побыстрее вроде стала, да? Получается, наверное, раскачивал все-таки. Прям чутка, да, чтобы ускорить их. Наверное, да. Или нет, опять я не помню, если честно. Так, ну нормально, тут товаров, конечно, не хватает, но пока что ничего с этим поделать я не могу. Тут молодцы, все хорошо работают. Но у нас много еще денег, ну 300. Давайте, наверное, сначала нужно, наверное, оплатить кредит, потому что, ну, это прям очень неприятно, да, когда кредиты есть какие-то. Это просто неприятно. Зато нужно его оплатить. Тут у нас все хорошо, сыр. Есть свободные пока что эти места, но под какие товары. Ну, можно посмотреть лицензии, конечно, на будущее. Что у нас там есть? А, лицензия. Что у нас тут есть? А, ну, 1000, ну, 2000. Считаю, что 2000. Это очень дорого, а тут сразу почти на 3. Ясно. Лосось, стейк. Но это много для морозилок, да, еще, наверное, товара. Зато сначала нужно как-то улучшить вот эту, да, часть магазина, то чтобы максимально у нас как раз хватало товаров, потом увеличить, хочу магазин увеличить, все вот это, чтобы тут как бы вот не так тесно было, чтобы, опять же, мог бы больше касс поставить и так далее. Надо немного поэтому по этой системе работать. Я, кстати, наверное, могу уже выплатить. Погасить. Все, погасил я долг. Теперь у нас нету больше кредитов. Это очень хорошо. Это прям очень хорошо. И смотрим. Опять же, вот удобно. Очень можно просто вот так вот. Оп, 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 оп. Допустим, вот, да, 5 товаров. Ну, давайте вот еще что-то там закажу. Ну, еще один, да, вот этот. Все, смотри, 10 товаров, ждем, когда у нас денежек будет хватать. Сейчас, сейчас, сейчас они. Так, сколько там надо мне? 300, а вот, все, хватает купить. И вот они, оп, сразу переместились все абсолютно на склад. Это очень удобно. И теперь вот у нас некоторых товаров хватает. Ну, смотрите, вот этих еще можно побольше заказывать, но не суть. То есть оранжевый, это прям, белый, это полностью хватает. Мука вот такая оранжевая, то есть что, ну, как бы хватает, но можно докупить, если я ошибаюсь. А красное то, что вот нужно докупать, потому что их реально мало. Если я ошибаюсь, это так работает. Из-за этого вот те красные просто нужно заказывать все подряд. То есть вот масло еще не хватает. Я хочу, чтобы все было бы, да, на желтом, либо на белом. То есть прям вот до конца докупать, чтобы просто все полки забить полностью. Это вот главная цель в данный момент у меня. Чтобы вообще забыть то, что где-то вот пустые вот места были. Просто полностью забиты, чтобы был бы склад. Зато сейчас, конечно, некоторых товаров может не хватать. Мы докуп... Ну, по очереди пойдем к этому всему. 6 долларов бы еще. Вот, спасибо. Так, докупаем вот еще товаров. Опа, сразу докупили. Опять же, тут ничего нет. Все здесь. Как это удобно. Апельсиновый сок, да? Ну, там надо будет посмотреть за этим. Так, дальше вот еще сыр нужен, еще чай. Там очень много, да, просто для чая места. Но, опять же, ничего страшного, просто закупаем, пока полностью не забьем. О, отбеливателя очень мало, кстати, нужно заказать. Отбеливатель даже 2, наверное. А, нет, 2 не могу взять, места не хватит. Хорошо. Так, чуть-чуть еще денежек. Давайте. Ну, пока что, опять же, мы еще все равно, как бы, основной геймплей нашего ролика, да, то есть что заключается на том, что то, что мы докупаем товары. Но, опять же, когда мы это все докупим, будет очень удобно, потому что весь склад будет забит. Это будет очень, опять же, классно. Потом мы уже сможем тоже на кассу что-то пойти. Опять же, нужно еще будет увеличивать магазин.
Кстати, 23 левел у нас. 23 левел, это очень-очень хорошо. Где наши... Вот видите, сейчас уже вот почти 8 вечера. Время, но просто день. Опять же, визуально день. То есть сутки будут проходить нормально. Просто визуально день, потому что это очень влияет на FPS. Так, давайте быстренько закажу. Опа. Хорошо. Так, тут еще, да, чего-то не хватает. Ну вот, уже что-то, что-то как-то. Нормально, нормально. Вот, и теперь, если не ошибаюсь, да, я вот уже товары не могу заказывать, потому что вечер. А, нет, могу еще, или до 9. Я вот не помню, до скольки там нельзя заказывать, но не суть, не суть. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. И еще шоколада. Сейчас посмотрим, до 9, да? 9 часов, смотри, 9 часов, да, и все, я не могу. Все. И вот 9 часов, то есть уже можно скипать день, то есть все вот это есть. Просто, опять же, визуально у меня просто больше FPS, это очень удобно. Так как просадки прям дикие начинаются, когда уже, именно когда больше лампочек, всего вот этого, очень большие просадки начинаются. Но это нам прям сильно поможет. Кофе понемногу выкупают, но они молодцы тоже. Все хорошо. Можно будет еще что помочь нашим работникам тоже. Но пока что не нуждаются они в помощи. Есть мод. Я его забыл просто установить. Это очень удобно, то что когда товары заканчиваются на прилавках, допустим, вот мы заканчиваем день, то есть товары, которых не хватает, они автоматически выкладываются здесь. Это очень удобно, чтобы, допустим, мне получается с утра нужно ждать, когда они все, мои работники, когда все товары выложат. Это очень... Чего не хватает? Это очень неудобно. Вот надо будет, чтобы они автоматически выкладывались на полке. Именно с утра. А дальше уже будут работники докидывать днем. Это будет очень-очень удобный тоже мод, вот, который я тоже должен, наверное, установлю, но я забыл его установить. Ну, ничего страшного. Кстати, немножко заканчиваются некоторые товары у нас. Надо вообще под холодильники для двоих товаров. То есть, допустим, вот тут два товара. Допустим, да, это картошечка. Тут вот это там мясо куда-нибудь вот сюда поставить можно будет. Но для этого нам нужно еще не... Все, да? Хорошо, скипы. Сохранение плюс денежки. Хорошо. Так, смотрите, сода. Сода, сода, это кола, которая... Кола, это вот это. Я правильно говорю? Правильно говорю, цена немножко изменилась, 37, хорошо. И что там еще? Что там еще изменилось? Так, подожди, подожди, цены, цены, цены. Сейчас мы быстренько на цены глянем, что у нас там изменилось. Еще сода, молоко, молоко и третий товар какой там был? И паста, да? Так, хорошо, молоко вот это. 10 44 и рис, да, наверное? Нет, подождите, паста. А, вот, да, паста. 6 42. Хорошо. Теперь нужно еще выплатить зарплаты, все вот это где-то счета, вот, хоп, хоп, оплатили, все, больше в банке, да, у нас ничего нету, отлично. И можно, в принципе, даже, знаете, что сделать? А, ну да, наверное, надо сначала купить товары. Я хочу купить себе морозилку. Что стоит, конечно, 400, но нужно. Вообще, как бы нужно. Хорошо. Вот, тут уже... Да нет, ладно, товары очень быстро заканчиваются. Нам нужно много денег. По факту нам нужно очень много... Все, да? Вот, чтобы вот сейчас, вот, утро, и уже товары были бы заполнены на складе. Это было бы очень удобно. Но надо будет мод потом тоже скачать этот... Просто для ролика ждать я тоже долго не могу. Мне надо все-таки геймплей какой-то показывать, что надо играть. Это будет неудобно. Зато, ну, открываем сразу. Пусть они понемногу заполняют. А мне нужно сейчас будет докупить, да? А, я хочу морозилку докупить. Потом еще товаров докупим. Мне нужна морозилка. Вообще, для некоторых товаров нужно вообще как бы по несколько мест. Вот, допустим, для этого товара тоже нужно, ну, два хотя бы слота. Ну ладно, пока что пусть так все это будет.
Яиц, видите, сколько можно заказать. Это вот все пока что будет показывать то, что мало яиц, пока я не заполню полностью. И также вот с этими. Но это ничего страшного. Сколько здесь? Сколько? Ладно. Не увидел, сколько там. 11. Хорошо, там много еще. Угу. Почти открыл там магазин? Да, да, вон они ходят. Как-то не увидел. Просто смотрю, деньги не капают, не капают. Просто что-то ходят. Давайте, давайте, покупайте, покупайте. Мне денежка нужна. Надо будет еще как-то вот с этим местом придумать. Как-то вот с этим местом придумать. Ну, я думаю, тут что-то я придумаю, но пока что не знаю. Пустое место. Надо, наверное, будет все-таки... Хотя тут дверь мы закроем. Потом на склад, оказывается, да. Все-таки это склад, это я увидел. Ну, заспойлерил, можно так сказать, себе в этом ролике. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Так, теперь мне нужен... Вот. Что мне нужно. Вот что мне нужно. Оп. Еще одна морозилка. И сюда вот можно как раз переложить... Вот это просто уберу, а чтобы сразу, да, вот так сделаю, чтобы просто знать. А туда, а ее нет вообще у нас, если я не ошибаюсь. Наверное, да, ее вообще не хватает, давайте купим сразу. Я куплю просто, но ее вообще нету, и сам, оп, купить, и сам быстренько ее положу у нас этот, в морозилочку вот сюда. Вот так, чтобы даже знать, да, то, что эти места у нас под мясо. Хорошо. Чего? Кофе? Кофе выкупили. Как они быстро все выкупают? Так, ну это из новых товаров. Из новых товаров тоже, да, нужно докупать. А то я докупаю только вот эти, которые наверху. А вот эти тоже нужно. Оп, быстренько докупили. Смотрим, чего еще не хватает. А почему? Они не обновились, да? Да, вот обновились. Так, вот эти, которые по нулям, которых очень реально мало, докупаем. Вот этих побольше. Это купим. Это. Ага, максимум. А, не хватает денег. Чутка, ладно, ждем. $400. Все, хватает денег. Они очень там неплохо закупаются, кстати. Так, обновилось, нет? Непонятно. Наверное, да, докупить. Или нет? О, картошки фри, картошку фри типа понес. Хорошо. Так, тунец. Вот это все нужно докупить. Там вообще на складе ее нету. Так. Это сразу тоже... А, не, мог... не хватает. Ну, давайте, давайте. Что-нибудь купите. Давайте, 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 давайте. У меня... Вот, с экрана. Почему-то, когда ролик записываю, что-то так... такого у меня кран иногда моргает. Не знаю, почему. Такое вот у меня бывает. Непонятно почему. Надеюсь, запись, да, все с нормальной записью. Ну, должно как бы быть все хорошо. Теперь там хватает вроде как всех товаров. Вроде. Я не уверен. Нужно еще купить как бы вот ее. Картошка. Это все пока что не так нам нужно. Смотрим, что чего. Так, туалетные бумаги нужно купить. Оп, оп. Отбеливать, смотрите, если я куплю. Там же места нет на складе. А, нету. Я сюда. Все, хорошо. Переместился просто. Пока что сюда поставлю. Не знаю просто, что с ними делать. Здесь он просто не закончил. А сколько там? Купили его? Нет. Я просто могу его сам заменить. Да, иду быстренько сам заменю тогда. Оп. Погнал, я быстренько сам заменю. Хорошо. И где-то коробка. Вот она. Отлично. Это у нас яблочный сок. Все, не знаю, как его продать. Ну ладно. Смотрим. Вот это Элло нужно. В любом случае, я пока что, опять же, да, много времени тут провожу на складе, но когда мы это все доведем до ума, все будет очень, опять же, удобно. Просто не хватает денег, все быстро скупают. Опять же,
в будущем это будет очень и очень нам полезно. Просто немножечко подождите, купить. Немножечко еще нужно подождать, чтобы до конца это улучшить так, как нам это нужно. Ну давайте, давайте. О, молодцы, молодцы. Когда прихожу туда, они сразу все это покупают. Ну, смотрите, уже как бы пустых клеток почти нет. То есть вот эти есть, но как бы тут и внизу эти товары есть. Ну, спокойно, спокойненько. На спокойненьком двигаемся. Ну вот и все хорошо. Так, а яблочный кто-то понес или как это? Вот что он сейчас там. Все, яблочный сок они... Одну коробку распродали, могу заменить. Хорошо. 23. Подождите. Я хочу посмотреть на... Так, 30 нужен. 30. Угу. А, и 29, смотрите. То есть мы получим третьего работника на складе. На 29-м. Это удобно, это очень хорошо. Ну да, надо будет еще вот склад увеличить. 1200. Ну и 1300 еще на увеличение магазина. Это все нужно тратить деньги. Да, они быстрее начали работать вроде как. Это хорошо, потому что кассиры очень медленно прям работали. Но теперь нормально. Теперь более-менее нормально. Давайте, давайте, побыстрее там. Закупайте, закупайте, закупайте. Мне столько дел нужно сделать. Столько у нас дел. Так, что это вообще непонятно? Как это все бы могло так быстро закончиться? И вот из-за этого нужно прям по полной заполнять склад. Прям вообще. Но опять же, некоторые товары, допустим, как отбеливатель, нужно будет для них еще одно место. Обязательно подогнать. Можно какую-нибудь вот эту освободить клеточку на всякий. Для туалетной бумаги, допустим, 3. И все. То есть вот так сделать. И освободить, и здесь я вот так сделаю, вот. Чтобы просто еще одно свободное место у нас было. Так, хорошо. Мы ждем, да пока... Пока-пока-пока все. Все. Людей пока, да, не будет в магазине, чтобы закончить день. Оливочное масло, хорошо. Оп. Не это, вот это. 5, 64. Хорошо, чутка выросла в цене, это очень хорошо. Нужно оплатить нам счета. Сейчас, это где? Это где-то здесь счета. Оп, оплатить, оплатить дальше. Нужно вообще бы, да, докупить товары. Но, опять же, докуплю, когда открою сразу магазин. Пусть денежки он нам приносит. А мы докупим товары. Посмотрим, каких товаров у нас вообще нету. Смотрим. Самого верха, которых вот прям вообще. Вот 5 молока. Возьмем. 55, 13, 0, 4. Шоколад. Возьму сразу 2 тогда даже. Курица возьму. Картошечки возьмем. Кофе возьмем. Покупаем. Дальше. Сусу. Купить. Хорошо. Мы потратили много денег, но теперь у нас еще больше товаров на складе. Хорошо. Можно сразу, да, как будто вот это кофе, чай, сыр, все вот это докупать. Просто чтобы на складе больше места было. Сыры, вот это, конечно. Ну, нормально, нормально, да. Вот тут, видите, сколько тут? 2 или 3 коробки тоже влазят. 3. То есть их нужно намного больше заказывать. Также чай вот этот. Но, опять же, если это все забить прям по максимуму, это будет очень удобно. Ну, пока деньги есть, можно, думаю, докупать сус. Вот не хватает. Просто вот покупаем товары, которых не хватает. Хорошо. Так, они что-то тут берут, берут. Подожди, посмотрю. Хорошо. Сок.
соль можно тоже докупить, соду, шампунь, все вот это мыло, пироги, конфеты, все вот это докупаем. Хорошо, смотрим, обновилась, да, сразу. Хорошо. Которых товаров еще мало, можно сразу докупить по 6, допустим, заказываю, чтобы просто понимать. Как-то не обновилось, что ли? Так, корзину. Это обновилось, да? Вроде да. Сразу. Тогда кофе, арахисовое масло, соль. По 3 товара буду заказывать. Сначала разберемся с этими. Так, еще кофе не хватает. Арахисового масла много. Соли еще можно заказать. Ну, соль уже 87 на складе. Не буду больше заказывать пока что. Так, это купить. Так, там пусто, да? Все хорошо. Все на складе, отлично. А, соль, потому что... Да, смотрите, сколько ее там. Это много. Ну, про соль уже 100 штук. А, вот все, видите, уже даже она не красная. То есть спокойненько можно про нее забыть. Так, с хлебушек сразу возьму две эти коробочки. Что? А, нету места для хлебушка. А где он вообще? А вот он. Ладно, пусть пока что тут будет. Потом мы заменим. Мука закончилась. Как такое может быть? Купить сразу. Две коробки. Дальше капсулы вот эти тоже две сразу покупаем. Денег нету. Яйца, так, курицу нужно купить, картошку, сыр, я не знаю почему вот так достаточно немало. Но просят купить, ладно, купим. Тогда деньги будут, но сейчас они как-то медленно иногда покупают. Побыстрее, давайте, больше людей, больше. Но у вас всего, да, хватает? Вроде да. То есть в любом случае какой-то товар есть. Да, все отлично. Смотрите, понес. Оп, минус коробочка. Неплохо, чай ушел. И его уже больше нету. Докупим. Так, еще сколько нужно? Ну вот уже чуть-чуть давай. Оп, купить. Что? Места нет? Подождите, извиняюсь. Оп. Так. Ладно, поставим коробку на коробку. Хлеб. Ну, ничего страшного. Ну, неплохо. Пока что все идет, опять же, неплохо. Понемногу заполняем склад прям... Некоторые товары прям почти до конца. Прям, ну, реально неплохо. Прям вот вообще неплохо. Почему этот кассир? Смотри, тут свободная касса. Почему? Что с тобой не так, друг? Почему ты пошел не на свободную кассу, а дальше стоял в очереди? Непонятно. Ну ладно. Хорошо, 269. А у меня там что-то стоит на этом? Нет. Отлично. Мы больше пока что ничего не докупаем. Вроде как всего хватает. Это хорошо. Ну да, когда поставлю вот этот мод, чтобы еще сюда все быстро выкладывалось, это будет очень удобно. Я просто представляю, насколько мы все быстро будем делать. Магазин очень начнет быстро расти. Опять, если мы сейчас еще собьем склад, ну это прям будет вообще песня. Уже почти, кстати, 24-й левел. Но есть плюс вот этом, то, что вот так быстро начинаем день, там быстренько все заказали.
то, что ролик идет до, допустим, полчаса, а уже как бы 23 левел, то есть мы почти подняли сколько? Полтора левела где-то, потому что у нас уже было сколько, ну да, где-то полтора левела, то есть уже почти 24. А у нас 23 сегодня с начала серии еще не было. Это неплохо. Смотрите, какая машина погнала. Карточку. $723. Ну, ждем, пока все они уже закупятся до конца. Просто ждем. Давай, давай. Пустая? Пустая. О, опа. Нормально. Как они так быстро все выкупают? У меня по факту реально вот этих грузчиков вообще не хватает. То есть мне нужно их побольше. Но ничего с этим, если честно, я поделать не могу. Больше я не могу их сделать. Мне нужен левел. Кстати, 24 левел, это заканчиваемый этот день. Молоко по 6 штук, сыр и мука. Молоко по 6 штук. Сыр. Подожди, сыр это... Угу. В этом... Подожди, это тунец, это что? Сыр. И мука. Мука. Какая? Наверное, вот это. Да. 28. Еще один день или пока что на этом все. Это думаю. Давайте на этой серии я закончу, потому что я вот уже в следующей серии установлю еще один мод, как раз который все будет все быстренько выкладывать. Это очень будет удобно. Мы сможем еще быстрее зарабатывать. Но это будет просто, опять же, удобнее. Для удобства, опять же. Ну и в описании оставлю ролик, на котором я вот узнал про эти моды. Все, ребят, всем спасибо, кто смотрел эту серию. На этом буду я заканчивать. Ставим лайки, подписываемся на канал, описание, телеграм-канал и твич-канал. Все, ребят, всем спасибо, всем пока.